День прогульщика в нашей стране – праздник неофициальный. В этот день принято откладывать все свои дела в сторону и заниматься чем-то увлекательным. Как празднуют этот день в нашем городе, пойдемте выясним. Хороший праздник, пускай все гуляют. Смотрите, 3 числа отмечают День прогульщика. Как вы отмечаете этот праздник? Никак. Почему? А потому что я не прогуливаю. Я люблю ходить в школу, и прогуливать я не собираюсь никогда. Прогуливать модно или нет? Да нет, зачем прогуливать? Да, надо ходить на уроки. Да, прогуливают только двоечники. Прогуливать не модно, не модно, не модно. Прогуливать не модно, не модно, нельзя. Вы прогуливали когда-нибудь? Нет. 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 Мы очень дисциплинированные товарищи. А почему? А потому что есть порядок, есть закон, есть совесть. Наверное, мы не с того поколения, чтобы прогуливать. Ну, давайте прогуляем. Прогуляем? Да. Давайте вместе будем гулять, прогуливать. Прогуливать? Ну, я не знаю. Ну, пойдемте. Я пойду с вами, пойдемте. Работа. Работать надо. Надо, наоборот, к учебе стремиться, к работе. Всему хорошему, а они дома валятся. И как же, а лето, солнце, жара ведь. А тут на работу надо в рутину. Надо себя преодолевать. Никогда. Никогда. Почему? Сейчас на работу. Мы учительницы. Мы не можем прогуливать. Не положено. Если у вас нет возможности прогулять, то не расстраивайтесь. Заняться любимым делом можно и после работы. Главное, не лишать себя удовольствия. Для вас про прогулы выясняли Ирина Вышегородцева и Владимир Лисик.